Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы возвращаемся в GTA San Andreas. Спустя сколько там, месяц, полтора, может быть, или два. Короче, продолжаем мы в Лас-Вентурасе дела творить. Нам надо ехать в Калигулу снова, там у нас задание осталось, еще одно. Да, в прошлой серии, если кто помнит или не помнит, мы это начали работать на Сальваторе Леоне, потом нас опять настиг Тенпенни, дал нам задание после, ну там, досье захватить. После того, как Карл передал досье, он приказал Пуласки убить Си-Джея. Ну и Си-Джей убил Пуласки, так сказать, оказывая сопротивление. Пуласки перед этим убил офицера Эрнандеса, который сдал своих супервайзеров в ЛСПД за коррупционные дела. Так. Калигула. Saint Max Bistro. Просто почувствуй вес этого оружия. Да, я могу почувствовать вес немного другого. Эй, ты сама выбрала такую участь себе? Могу ли я уже уйти отсюда? Чего вам еще от меня надо? Ах, блин! Ты мне прям в очко не попал! Может быть, ты после этого окажешься от своего дебилизма? О, Карл! Мистер Леоне, похоже, этот кусок дерьма был прав. Ты заработал уважение на этих Форелли. Теперь семье Форелли пришло время узнать, что такое связываться с Сальватор Лео. Тебе понравилось устроить прямо у них бистро? А, разборки в Либерти-Сити? Круто, но мне нужна поддержка. Бери кого хочешь. Воспользуюсь этими двумя. Эй, а ты помнишь те дела, которые мы провернули вместе, а? Ты и я, Карл, помнишь, а? Ты меня даже называл Кен Киллер. Киллер. Хладнокровный Кен. А ты? Да, его тоже. Ладно, парни, убирайтесь из Лас-Вентураса как можно быстрее. Я позвоню вам. А как насчет нашей поддержки? Ты же без нас справишься? Конечно, он справится. Давай, садись, придурок долбанный, блин. Давненько я, блин, не играл в GTA San Andreas. Даже немного отвык, наверное, от нее. Совсем уже забыл, насколько красиво выглядят вот эти неоны на закате. Вот не на чем только ехать. Таксишка, на которой я приехал, исчезла. Придется что-то схватить. Нет, на этой хрени не поеду. Вот на этой поеду. Очень необычная, короче, эта миссия. Нам надо в Либерти-Сити лететь тут. Туда, куда мы в свободном режиме не попадем. Да блин, дай проехать. Открываете. Подкова какая-то лежит. Давайте соберем ее. Я не помню, что это за подкова. По-моему, наверное, собирать коллекцию надо их. А одна из 50 подков найдена. Ну, нет. Я, к сожалению, их не буду искать, потому что мне это не интересно. Я чисто хочу просто пройти игру. И все миссии. Так, вот я немного забыл, как управлять самолетом. По-моему, надо мышью взлетать. Вот так. Шасси убрать на эту кнопку.
Да, мышью не очень-то удобно управлять, честно говоря, самолетом этим. О, прикольная пирамида внизу. Что-то до этого не замечал. Короче, в GTA 5 была похожая миссия, где надо в Северный Янгтон лететь. Тоже то место, куда просто так в свободном режиме не попадешь. Однако... Но там, в отличие от Сан-Андреса, GTA Сан-Андрес, там можно прям погулять там, по этому Северному Янтону. Здесь нельзя, здесь мы видим только его в катсцене, вот, прямо сейчас. Только вот непонятно, какого фига тут есть снег, а в Лас-Вентурасе и в штате Сан-Андрес нету. Там, кстати, здание и верхушка недоступна. Это закрытая вечеринка, только по приглашению. Правда? А мистер Леоне говорит не так. Дайте мне дайте нормальное оружие, я таким не буду. Блин, я отвык от такой стрельбы, если честно, за все это время. Я же после последней серии перед этим вообще не запускал GTA San Andreas, не играл. Так, в основном в GTA 4 и GTA 5 поигрывал. А там совершенно другое. Там совершенно другое ощущение. Ага. Ага, отлично. Так, там никого. Блин, вот эта фигнюшка не моргает. Это не очень-то красиво. Опа. На, зараза. Ну вообще, ой. Ничего себе. Ну вообще выглядит-то красиво в ремастере это все. Дайте-ка эту штуку сюда. Короче, главарь форели где-то тут ходит. Нам надо... Самая главная цель это его застрелить. Так, давайте лучше ползком. Так, ну-ка. Так, вот здесь он где-то будет. А, вон, красной стрелкой обозначается. Все, грохнули его, все. Все, всех, кажется, убили. Так, дайте-ка посмотреть. Тут, блин, а нас пока не видно. По-моему, нам надо поворачивать, насколько я помню. Или нет. Не припомню, что вообще. Ну-ка. Да, надо будет сворачивать. Так, давайте туда немного пока полетим. Не люблю летать на самолете, вот если честно, вообще. Опускаем шасси. Это рейс CJ-101 из Liberty City. Запрашиваю посадку на аэропорту Лас-Вентурасе. International, конец связи. Рейс CJ-101. Посадка разрешена. Полоса номер 3. Как хорошо... Как люблю, когда добра... Когда все разрешают. Ладно, пора сваливать отсюда. Карл, как дела? Это твой брат. О, здорово, как дела? Не очень. Я сижу в камере с двумя психопатами. Тут меня продолжают шарахать. Неприятный это партнер. Ты присматриваешь за кем? Не, она присматривает за мной. Правильно, правильно, окей. Я скоро тебя вытащу оттуда, чувак. Не неси чушь, нига. Ты за кого себя принимаешь? Я тут на всю жизнь. Думаю, я создан для этого. Не, не создан. Я не дам тебе гнить за решеткой. Чего бы это ни стоило? Выхода нет. Я уже теряю надежду. Счастливой жизни, братан.
Погоди, я приложу все силы, чтобы тебя вытащить. Свит, Свит. Блин. Да, давненько мы не общались со Свитом. Напомню, последний раз мы общались с ним по телефону в первой серии второго сезона. И в конце первого сезона его в тюрьму засадили. Алло. Карл, мой мальчик. Мистер Леоне. Все только и говорят о том, что ты устроил убийство у Марка там. Спасибо, мистер Леоне. А ты позаботился от этих трех неудачников? Да, они попали в неприятности по дороге туда. Вы больше никогда о них не узнаете. Отлично, прекрасно. Вот что. Нам надо залечь на дно. Люди нас начнут разыскивать пока. Давай держаться друг от друга на расстоянии пока. Я тебе позвоню. Окей, как скажете. Хорошо, его доверие завоевано. Так что пора продолжать подготовку к ограблению казино. Мы же хотим их ограбить. Секунду. Алло. Эй, Си Джей, что происходит? Мы вроде как планировали начать ограбление, или как думаешь, я не справлюсь? Эти придурки покинули территорию Лос-Анджелеса. Сальваторе думает, что я его на стороне. Я скоро подъеду к четырем драконам. Окей. До встречи. Я как раз об этом подумал. Так, полицейские мне помешают сильно, надо... Стоп, перенял. Ну-ка дайте сюда перенял. Вот этот. Полицейских на расстоянии лучше держаться. Да, кстати, появился значок вот этот вот желтый. Эта миссия отправляет нас обратно в Лос-Сантос, и, собственно говоря, на этом Last Venture заканчивается. Но, и можно, собственно говоря... То есть, прохождение ограбления, это не обязательно. Но мы с вами пройдем ограбление. Ограбление, на мой взгляд, это все равно сюжет, как бы. Его же планировали все-таки ограбить. Так что, почему мы это не сделаем? Конечно, мы будем грабить. Сегодня начнем подготовку в следующей серии. Закончим ее и ограбим казино. Потом будет четвертый сезон, где мы уже будем возвращаться в Лос-Андес. Так, но сначала заедем в оружейную лавочку, купим себе оружие и броню. Для подготовки оно нам точно будет нужно. 54 тысячи у нас на это все. Так, ну-ка дайте мне сюда броню, это первое. Да, уж цены-то тут повыше, чем у нас в Лос-Андесе. Автоматы АК-47 берем сначала. И после этого выкупаем М4. Чтобы сэкономить денег. Что у нас тут еще есть? Полуавтоматы. Так, ТЭС. Берем. А теперь этот ПП. Где ПП? А, вот. ПП. Отлично. Теперь у нас оружие завались. Можем... А сколько снайперской у нас? 10. 10. А, ладно. Хватит пока. Я особо ей не пользуюсь, сказать по-честному. Так, подготовка к ограблению, это зеленый значок с долларом, вот это вот. Предлагаю разочек сыграть. Во что бы нам сыграть-то? Видеопокер давайте попробуем. Я не особо в нем шарю, но давайте что-нибудь попробуем сделать. Жетон. Сколько поставить? Ну давайте столько поставим. Так. Блин, честно говоря, я не знаю, как это играть. Извините. Давайте это.
выберем. Ничего не видно. Давайте другую игру, я не знаю, как эту играть. Вот, о, вот это, вот в этом можно было бы сыграть. А как ее выбрать? Блин, это фигово. Вот эту игру я-то знаю, как играть, а вот в эту. Тоже Blackjack. Blackjack. А, можно Blackjack. Вот Blackjack-то лучше. Максимальная ставка $100. Да вы что, серьезно, что ли? Увеличить C. Давайте максимальную сразу поставим. Продолжить. Так, короче, нет, надо... Давайте еще добавим. Нет, вот что, давайте дабл сделаем. Блин, проиграл. Увеличиваем снова до 100. Продолжаем. 15. Давайте еще попробуем добавить. Да собака! Да не буду с вами играть, блин. Сдеретесь потом с меня все это дело. Кстати говоря, можно здесь... Наверное, говорил уже, что здесь, если играть, то здесь можно и в минус уйти с деньгами. Если прям поставить очень много, то тут можно реально в долгах. Если счет наш в минусе останется, то, короче, нам во время того, как мы будем находиться в минусе, нам будут звонить люди из этого казино и напоминать о долгах. И если мы в течение какого-то времени не будем возвращать долги, они будут к нам приезжать и пытаться нас убить. Так что лучше такого не делать. В долги вгонять мы себя точно не будем. Да и вообще играть я в это не планирую. Archetypal Espionage. Не уверен, что правильно прочитал. Вузи. О, Карл. Ты бы включил свет, что ли? Да? А мне казалось, тут окно есть. Да, замечательное место. Здесь и будем планировать ограбление, да? А кто-нибудь еще придет? Не. Мы не могли планировать ограбление в мой офис. У нас должно быть тайное место для планирования подобных дел. Это положено делать там. А, окей. Понятно. С чего же начнем-то? Надо составить план. К слову о планах, у тебя есть чертежи Калигулы? А, блин, надо достать их. Совещание отложено? Встреча откладывается, да. Да, очевидно, что он ничего не видит у нас. Не может понять, есть ли свет или нет даже. Нужен фотоаппарат. Это задание, кстати, бесит меня немного. Там копов очень много будет. Да, вот жалко, не предусмотрена здесь возможность просто взять и отобрать у него. Убивать-то не особо хочется ради такой мелочи. И, кстати, тут рядом полиция была. Как странно, что они нас не заметили сейчас. Блин. Я не хотел.
Так. Уберите оружие, сэр. Это муниципальное заведение. Спасибо за внимание, сэр. Могу помочь вам? Да, я бы хотел взглянуть на чертежи казино Калигулы. Хорошо. Вы в курсе, что съемка последующего копирования данных чертежей запрещена? Да, мне просто надо на них посмотреть. Чертежи на последнем этаже. Так, лестница тут, по-моему. Ага, еще выше. Не так уж и сложно все это было. Прямо чувствуется зоркий глаз. Чертежи найдены, но с охраной. Сделаем хитро жопым немного способом. Надо отвлечь их. Нет, можно кулаками пробить. О, ёшкин кот. Все на выход, это не учебная тревога. Да. Так, заняты эвакуацией, так что... Надо побыстрее. Где это? Господи, подъем-то. Здесь где-то, по-моему. Так, охраны нету, отлично. Чертежи очень тут хорошо видны. Нет, надо подальше отойти, не все видно. Четко. Контрольная точка сохранена, отлично. Где эти пожарные, ё-моё? Так, из-за пожара полицейские не могут закрыть нижние двери. Придется использовать оружие. Они сейчас будут по нам сильно палить. О, господи ты. Блин, я не думал, что вот кулаками можно было пожар такой устроить. Так, вот сейчас умереть будет очень легко, потому что там в коридоре их будет немало. А еще звезды. Так, давайте-ка вот это оружие возьмем. И сваливаем отсюда. Ну нафиг, просто мотаем. И быстро в машину. Щит! Быстрее в автомобиль! Давай в машину! Скорее в автомобиль, давай, поехали быстрее. Пока они нас не взорвали. Хорошо, что мне от полиции не обязательно уходить. Достаточно просто до гаража доехать. До ихнего. Да, если бы у нас бы не было брони, нас бы точно бы грохнули бы на месте уже. Все. Справились без проблем. Передай эту пленку в УЗИ. Ты сделал это, СиДжей? Отлично.
Так, отлично. Я думаю, нам снова надо заехать и взять брони. Блин, осторожней. Да дай проехать, придурок. Блин. Так, броню гони мне сюда, давай. Отлично, отлично. Так. Так, а теперь в казино. Следующая часть игры до подготовки пойдет. Блин, иди с дороги нафиг. Тухер Харт. Я знаю, что ты слепой, но ты должен это видеть. Умно. Ну и каков у тебя прогноз? Это дельце будет трудным или как? Вот я об этом и думаю. Так, хранилище находится на последнем этаже. Несколько комнат тут посредством туннеля идет, который проходит под землей. И там есть доступ ко всем этажам любого конца комплекса. Ясно? Система безопасности состоит из видеонаблюдения, идентификации по коду доступа, кое-где стоят терминалы для доступа по карте. Эй, ты снова тычешь рукой? А, да. Сорян. Не парься. Хорошая разминка перед тем, как мы наконец-то соберем команду. Это босс. Достижи... О, стоп, стоп. Он увидел чертежи, походу. Что ж, значит, у нас первый компаньон. Выходи и закрой дверь. О, это устройство подойдет для чтения карт, которые присылал Зиро. Теперь нам нужно получить одну из них. Так, к счастью, в любой системе есть одно слабое звено. Человеческое сердце. Так, вот эта миссия тоже... Не нравится мне, потому что тут надо будет держаться на дистанции, а потом еще и завоевывать сердечное внушение. Блин. Крупье есть ключ карты, и она знает код. Следуйте за ней. Еще одна смена закончилась. До завтра. Да, контрольная точка сохранена. Вот здесь надо очень далеко лучше от нее держаться. Она может за... Она за несколько метров нас может заметить. Блин, ну почему тут так много людей, а? А еще плохо то, что она соблюдает ПДД. Это очень сильно задерживает. Всегда останавливается на красный свет. Я, конечно, уважаю это дело, но это задерживает очень сильно. Блин. Так, еще один красный свет. Вот на таком расстоянии лучше держаться. Ближе не стоит. Вот, даже, по-моему, начал уже моргать этот спугометр. Мне показалось. Ну давай же, зеленый свет быстрее.
Ой, это не то чтобы сложно, это долго. Это именно долго и томительно. А, блин, у меня же колесо продырявлено. А почему у меня колесо-то продырявлено? Тот коп, который... А, стоп. Тот коп, который там каким-то чувакам стрелял, видимо, попал в колесо случайно. Наверное. Фиг знает. Ой, господи, красный свет. Вот один за другим. Ну это просто скукота. Вот вообще. Преследовать ее, кстати, там долго нужно будет. Она далеко уедет. У нее дом в конце города где-то находится. Секс-шоп? Да вы шутите, что ли? Она зашла в секс-шоп, следуйте за ней. Так, давайте-ка, где бы лучше припарковаться, чтобы потом испугометр сразу же не сработал? Вот здесь. Так, вот этот момент, вот этот кусок в секс-шопе я обрежу, это слишком... слишком 18-плюсное дело. Так что чик-чик. Да, короче, костюм урода достал я, который нам будет нужен. Для не очень приличного дела. Дело в том, что этой крупье очень не хватает сексуальных отношений. И придется... Ой-ой-ой. Воспользоваться этим. Никуда она не скрылась. Я вижу ее перед собой. Не надо меня давить. Да что это такое тут творится, блин? Полиция, короче, гонится за кем-то. Тупицы полицейские. Да блин, опять красный свет, ну... Вот каждый светофор... по-моему, на каждом светофоре останавливается. На всех. Поголовно прям. Ну давай же быстрее. Ну это так томительно, господи. Ничего она не скрылась, я вижу ее перед собой. Ту же самую фразу повторил. То близко, то далеко, господи ты, боже мой. На как я держаться-то должен? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, назад. Короче, он там где-то живет, она Принкл Пайни. Сиджей там недавно купил дом. Что это за хрень на дороге лежит? Красная. Да блин, опять красный свет. Вот я и говорю, одна из моих самых нелюбимых миссий в игре, потому что она очень томительная и долгая.
Так, припарковаться. Наконец-то приехали, блин. Так, урод скоро прибудет. А вот, да вот он уже идет. Сейчас есть ли у меня что-нибудь? А, у него самотык в руках. Блин, ну это вообще ужас. Так, еще раз чик-чик. Ой, это просто отвратительно, блин, было. Короче, чтобы достать у нее эту карту, придется завоевать любовь от нее. Проще всего сделать это с помощью того самого костюма. Свободно, она вроде бы... Зайти к ней можно вроде бы от 12 до 16. Пару, 2-3 раза это нужно сделать, и тогда она нам позвонит. Можно также... Можно также в ресторан какие-то ее сводить, что более, на мой взгляд, нормальный способ. Но это тоже томительно и долго. Самый легкий способ — это просто убить ее, но это совершенно не в моем стиле. Я так не сделаю. Так что давайте... Лучше сделаем это с помощью того самого костюма. Отвратительного. Так, где тут гардероб? Тут? Так, то вот здесь. Блин, это очень долгая серия. Прямо вот реально долгая будет. Другая. Другая. Кожаный костюм. Костюм урода, блин. О, ужас, это отвратительно. Так, погнали. Или с 10 до 16. По-моему, с 12 до 16. Сейчас, в общем, подъедем, посмотрим. Возможно, пару минут придется подождать. Где у нее тут? Ага, туда надо ехать. Немножко на другой. Немножко в другом конце. Блин, вот только не это. Нету пока. Придется подождать полторы минуты. Эх, какая скучная эта миссия. Ну какая же она скучная. А пока давайте смотреть на эту отвратительную рожу. На эти непонятные красные трусы или что это вообще такое. И наслаждаться красотами этого, черт возьми, мира, блин. Хотя красот тут, в принципе-то, не особо наблюдается. Именно в этом месте.
Отчего это они прыгают здесь? Так, еще минуту. Ну, 40 секунд ждем. Блин, вот реально ненавижу эту миссию. Она очень долгая и скучная. Так вот, короче, это водить ее в рестораны это долго, потому что ехать надо туда-сюда, во-первых, во-вторых, надо следовать быть немного подкачанным. Ну или хотя бы крутую тачку иметь. Вот это, по-моему, не подходит. Один из кабриолетов подойдет. Так, вот, сейчас можно. Так, короче, давайте-ка я сделаю это столько, сколько надо, и продолжим. Милли, как дела? Эй, Карл, просто звоню, чтобы сказать, что прошлая ночь была потрясной. Взаимно, да-да, взаимно. Я подумала над тем планом, который ты мне говорил. Не волнуйся, я никому о чем не скажу. Даже своей матери. Я оставил ключ карты доступа к двери в своей спальне. Милли, ты не пожалеешь об этом. Клянусь. Благодарю. Знаю. Я тоже в доле, да? Да, непременно. Конечно. Ловлю на слове. Ровно час потратил я на всю эту серию. Блин, вы взгляните, как у нее выглядит дом. Это же просто отвратительно. Карл, это я. Ты мужик. Возвращайся в казино 4 дракона, и мы сможем поговорить об этом. Да, да, конечно. На сегодня закончим. В следующей серии мы продолжим подготовку к ограблению. С вас, Господь, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока.